Здравствуйте. Сегодня я вас познакомлю с миксером для молочных коктейлей Вема. Устройство очень простое. У нас двухпостовый миксер. Каждый работает совершенно отдельно. Стаканчики из нержавеющей стали. Стаканчик устанавливается. Посадочное место. Покажем примерно на одном стаканчике. Нажимается кнопочка. Миксер работает. Можно кнопочку не выключать. Достаточно просто снять стаканчик. Его можно повесить, тут есть специальное такое приспособление, где можно повесить уже или пустой стаканчик, или готовый коктейль. Низ изготовлен из нержавейки, то есть это та часть, где больше всего контактирует с продуктом, с влагой, с водой и так далее. Верх хромированный. Рабочий орган, венчик сам изготовлен тоже из нержавеющей стали. Вы поставили, он сразу работает. Можно поставить сразу другой, работают сразу два. Не обязательно нажимать кнопку, чтобы выключить, достаточно просто снять стаканчик.